Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю невероятно вкусный и красивый закусочный торт «Рождественское полено». Выглядит он просто потрясающе, очень эффектно и украсит ваш праздничный стол. Думаю, так салат оливье вы еще не подавали. Такое рождественское полено может заменить и бутерброды, и салат оливье. В общем, два в одном. Очень удобно и вкусно. В качестве начинки для рулета я готовлю салат оливье с курицей. И для этого мне понадобится. Все ингредиенты для салата я уже заранее подготовила, все порезала. Морковь и картофель я отварила в мундире, почистила и порезала вот такими средними кусочками. Также средними кусочками порезала свежий огурец, маринованные огурцы, отваренные вкрутую яйца. Курицу я отварила и разорвала на волокна. Так салат будет лучше держаться, будет иметь такую большую вязкость. Добавляю консервированный горошек и мелко порезанный зеленый лук. По вкусу в салат добавляем соль и перец. Я пока соль не добавляю, только перец. Теперь добавляю майонез и хорошо все перемешиваю. Кстати, для рецепта я использую домашний майонез. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Именно потому, что я использую домашний майонез, я сейчас салат не солю. Потому что у меня майонез очень хорошо заправлен. И вот теперь салат можно попробовать на вкус, чтобы понять, хватает ли соли и перца. Я добавляю немного соли. Еще раз все перемешиваю. И добавлю еще ложку майонеза. Начинка для рулета готова. Стол я застелила пищевой пленкой. Для рецепта понадобится хлеб для тостов. У меня продается вот такой хлеб уже без курочек. Если у вас нет хлеба без курочек, курочки надо срезать. Хлеб выкладываю на пленку и делаю вот такой небольшой нахлест. В длину у меня получится рулет, состоит из 6 кусочков хлеба. Аккуратно их раскладываю. Скалкой немного прижимаю вот эти стыки и выкладываю следующий ряд хлеба. Также выкладываю хлеб в нахлест. Мне надо, чтобы все соединилось как бы в одно полотно. Снова прижимаю скалкой вот эти стыки. Выкладываю следующий ряд. Всего у меня получится в итоге 6 кусочков хлеба в длину и 4 в ширину. Снова все хорошо прижимаю. Выкладываю последний ряд. Я здесь в последнем ряду даже выложила 7 кусочков хлеба, потому что вот эти нахлесты, они получаются немного поджимают хлеб больше и не совпадают по рядности. Потом подрежу. И теперь весь хлеб я вот таким образом еще прокатываю скалкой. Хорошо прижимаю, особенно на стыках. Если видите, что где-то стык очень плохо прилегает, можно его слегка промазать майонезом. Сейчас важно хорошо все соединить, чтобы рулет не развалился. Поэтому я вот так еще немного все промазываю. У меня получилось вот такое полотно из хлеба. Вот этот край, где я добавляла еще один кусочек хлеба, подрежу. Теперь я все сверху промазываю тонким слоем майонеза, чтобы хлеб получился не сухой. Сверху я выкладываю тонко порезанные кусочки ветчины. Также выкладываю в нахлёст. И еще один ряд. Не дохожу до края. Сверху на ветчину выкладываю сыр чеддер. Он у меня также тонко порезан. Сыр вот такого яркого оранжевого цвета. Будет красиво смотреться. Немного отступлю от края и выкладываю. Также в нахлёст. И второй ряд сыра. Сверху выкладываю салат. Распределяю его ровным слоем. И теперь при помощи пленки я все аккуратно сворачиваю в рулет. Рулет хорошо поджимаю и заворачиваю в пленку. Рулет надо очень хорошо поджать, чтобы он потом держал форму. И как видите, он у меня сейчас такой длинный. Он у меня не поместится в холодильник.
Поэтому я его сейчас еще разрежу. Разрезать рулет я буду наискосок. Вот таким образом аккуратно разрезаю прямо вместе с пленкой. Посмотрите, какая красота внутри получается. Вот этот каждый кусочек я еще здесь запакую в пленку. И сейчас рулет я отправляю в холодильник примерно часа на 2-3, чтобы все хорошо пропиталось и рулет потом хорошо держал форму. Для приготовления крема мне понадобится 1/2 кг. В миску выкладываю крем-чиз. Я использую сыр Филадельфия, можно использовать любой творожный сливочный сыр. Какой вам нравится. Можно даже брать творожный сыр с какой-либо добавкой, например, с зеленью. Теперь на мелкой терке натру 2 зубчика чеснока. Добавляю мелко порезанный укроп и немного майонеза, чтобы масса получилась более вязкая. Также добавляю немного перца. Хорошо все разминаю до однородности. Рулеты отлежались в холодильнике, теперь осталось их только декорировать. Достаю рулет из пленки. Я обрезаю края. Я вот так хорошо плотно все соединяю. И сейчас полено промазываю моей вкусной намазкой. Она такая ароматная, с чесночком, с укропом. Здесь я тоже сделаю небольшой срез наискосок. Так оно будет смотреться более эффектно. Выравнивать ничего не надо. Наоборот, делаем вот такие неровности, как кора настоящего дерева. Подавать мой рулет я буду прямо вот на этой доске. Сейчас еще вилкой я нанесу такие небольшие рисунки. Из болгарского перца я вырезала вот такие цветы. Один цветок устанавливаю сверху на рулет. Если вам интересно, как вырезать вот такие красивые цветы из перца, у меня есть такое отдельное видео на канале. Я оставлю ссылку на него в описании. Украшаю листиками петрушки. Этот рулет получается 2 в 1. И салат, и бутерброды. Очень вкусно. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию «Люда Изи Кук» и название блюда или «Люда Изи Кук» и любое слово по теме рецепта.